Привет всем! Привет, меня зовут Даня. Сегодня мы будем открывать Hot Wheels из серии Batman. Эта серия состоит из 6 машин. Нам посчастливилось найти 4 из них. Надеюсь, что в будущем найдем еще 2. Нам не хватает вот этой и вот этой. С крыльями. И с какой мы начнем? И это у нас The Bat, какая-то летающая машина или самолет. Будем открывать? Да! Вот такая летающая машинка. Выглядит она, конечно, как какой-то жучок. Да. Она выглядит как летучая мышь. Да, сзади у нее так, как ребрышки такие. На картинке нарисовано, как будто она стреляет. Теперь ты хочешь открыть эту? Да. А это у нас классический Бэтмобиль. Открывай. Вот такая машинка. Она черная с матовым корпусом. Это машинка из комиксов 90-х. Посмотри, как у нее задняя часть оформлена. Да. Очень красивая машинка. Теперь эта машинка. А это у нас Batman Begins Batmobile. Фамилию. Здесь написано 60-е годы. Эту машинку мы впервые увидели, когда смотрели Бэтмен. Первого Бэтмена. Очень-очень-очень крутая машинка. Вот бы нам такую на дорогах, а? Такой танк. И последний. А это Бэтпод. Очень-очень крутой мотоцикл. Он сделан из железа, колеса у него пластмассовые. Очень красивый. Это классический Бэтмобиль, который видели, наверное, все. У него так красиво в виде крыльев выполнена задняя часть. Вот такой вот он мощный. Если вам нравится Hot Wheels, смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока!